Удивительный случай произошел с туристами, отправившимися в круиз по Арктике. Тур был последним в сезоне, и пребывавшие на корабле люди любовались шикарными пейзажами, проплывая мимо острова Врангеля. Как вдруг вдалеке они увидели большое количество белых фигур зверей. Пассажиры были уверены, что это стада овец, пришедших к реке. Но каково же было удивление, когда корабль подошел ближе к острову, и они смогли рассмотреть животных. Оказалось, что это были белые медведи. Большие и маленькие, у некоторых самок было даже по 3-4 малыша. И что самое странное, они были сгруппированы, что не характерно для этих животных. Что же заставило такое количество медведей собраться в одном месте? Оказалось, что именно в той части острова, выбросило на берег гренландского кита. А это значило, что как минимум двум сотням медведей достанется отличная добыча. Почувствовав запах, они дружно ринулись к берегу. Увидеть такую картину настоящая удача, ведь из-за изменяющихся условий климата белых медведей становится все меньше с каждым годом. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.